Когда пара энергетически совместима, то им выделяется энергия в 200-300 раз больше, чем они отдельно. Понимаете, что получается? Вот почему люди, которые вот, сатанисты, вот, так, темные силы, они очень боятся, чтобы нашлись половинки, он половинки, она половинка, чтобы была энергетическая совместимость и чтобы было единомыслие. Почему? Потому что, представляете, энергия у них увеличивается, совместная энергия увеличится 200-300 раз. Представляете, что такое? Но эту энергию для чего? Как скачет энергию? Да вот там сериал, десятки там фильмов, 15-20 там серий, да? И вот эта бедная женщина, которую привязали к телевизору, вместо того, чтобы вот эту про энергию, про которую ты говоришь, чтобы отдать ребятишкам, отдать мужу, отдать семье, она там жену увидела в этом телевизоре, и вся там в телевизоре. И вот они вместо того, чтобы там о своем муже там говорить хорошо, говорят все плохо там, да, они что делают? Они вот всю свою энергию направляют вот на эти сериалы. Все, и семья разваливается. А куда внимание, куда энергия? Это да. Да, вот и все. Ну, например, сейчас Олимпийские игры, да? Вы знаете, какие затраты на Олимпийские игры? 300 миллиардов долларов. Это минимум. Спрашивается, да? Зачем? Ну, кому нужны вот такие игры, чтобы... Представляете, на 300 миллиардов долларов для ребятишек что можно сделать, а? Наша команда футболистов, засранцев, которые выиграть-то не могут толком, да, потребовали 800 тысяч евро за каждый гол, который они забьют. Вот вдумайтесь, 800 тысяч евро, вот если вот этим ребятишкам дать, создать им условия, а? Ну, пацан, который, ну я его перешибу вот так вот, вот есть такие энергетические удары, да, между глаз вот так. Да, я его перешибу сразу, да. А за него платят там какие-то миллионы евро там, да? Он как лошадь его продает с одной команды в другую, там что-то еще, да? А для чего это все сделано? Да скачивать энергию. Вот им, темным, шизофрегерам. Футбол, да? Соревнования какие-то там, вот первенство мира, Европы там. Транслируют ночью. Вот если вы в панельном доме будете спать, вот у меня Серега из Казахстана приходил, так он тут хотел сам успокаивать, он милицию вызывал. Говорит, как начнет кричать гол там за стенкой. И пол дома, говорит, не спит. В панельном доме. Представляете, что такое? И показывает специально ночью. То есть они его записали и смотрят, по какое время показать Новосибирск и Барнаул. Вот 2 часа ночи. В 2 часа ночи, в тот момент, когда человек должен спать, в этот момент с них снимает всю энергию.